Всем доброго дня, доброго времени суток. Мы сегодня опять в Зуме. Сегодня у нас 10 февраля. У меня сегодня такой праздничный день, да, я достигла новой молодой компании, сама не ожидала, что завтра будет только 10 дней, как я здесь. Меня зовут Валда Лаксдыня, кто меня видит первый раз. И я уже достигла свой второй ранг в этой компании за 10 дней. Конечно, благодаря всей моей команде. У нас команда активная. Благодарю всех партнеров, всех девушек и мальчиков, которые доверились, которые активно подключились. И сегодня я хочу вам представить наших топ-лидеров этой компании, Алтая и Жениса. Они тоже здесь недавно, но несмотря на то, что компания еще в бета-стадии, есть уже результаты. И в ближайшие минуты, ближайшие полчаса, час вы сможете убедиться, что это очень интересная компания с интересным продуктом, с хорошим маркетингом, который дает большие чеки. Так что будьте, как говорится, занимайте поудобнее ваши места. И сейчас я даю слово Женису. Пожалуйста, Женис. Благодарю, Валда. С небольшой поправочкой, Алтай у нас, он даже не топ-лидер, он админ. Админ проекта, админ компании, один из соучредителей, организаторов этого проекта. И это как бы наш человек внутри видит кухню, потому что мы проходили все столько компаний, и потом непонятно, что там происходило. Сегодня, как на планерке сказал Руслан, говорит, я не люблю, когда меня в темную кто-то манипулирует. Это правильно, золотые слова. Мы должны понимать, потому что большая ответственность у нас. Мы заводим, приглашаем людей, заводим, регистрируем, заводим проект. И поэтому мы должны понимать, куда мы людей приглашаем. Потому что уже, Валдочка, те времена прошли, когда мы были новичками, лезли там, даже вот так просто как нырнули вот в прорубь, да, там, а там как бы все, мы сейчас делаем это степенно, аккуратно. Поэтому мы, когда эту компанию выбирали, Алтай хорошо знает основателя, он с ними уже несколько лет дружил, общался, как бы, ну как дружил, именно по бизнесу, все грамотные. Вот. И он мне говорит, смотри, говорит, пойдем на встречу, послушаешь, говорит, Андрея, говорит, Прохорова, говорит, и давай, говорит, у тебя стаж такой, опыт, что ты скажешь? Я говорю, окей, давай. И мы были на встрече с Андреем, вот чисто мне презентацию ставили ребята. И я понял, что здесь еще много денег, и плюс здесь есть инструмент, IT-продукт, так называемый бот, автоворонка, кто его как по-разному называет. Вот. Я Алтай единственный задал вопрос, говорю, ты отвечаешь за этот инструмент? Он действительно такой крутой. Он говорит, да, в этом вопросе я потому что Алтаю доверяю, он сам автоматизатор, потому что он сам, у него крупный бизнес, прям вот крупный бизнес, большой бизнес, сегодня он действующий бизнесмен. Он говорит, я ежемесячно по 3000 долларов плачу за рекламу для своего бизнеса. И я понимаю этот инструмент, какой крутой. Его можно использовать, говорит, и как для сетевиков, и в традиционном бизнесе. Я говорю, все, понял, говорю. Потому что мне он не нужен, я в нем не нуждаюсь. Но людям он нужен. Вот ты, Валда, пришла со своей командой за инструментом. И таких много. Я не как бы. Каждый, он вообще нужен всем на самом деле, потому что люди иногда говорят, ну все, меня некого приглашать, этот человек меня уже не воспринимает, и, пожалуйста, вот холодный трафик. Вот. Даже сегодня уже как бы бот у нас пока приостановлен, потому что Telegram изменил там какие-то алгоритмы, и ребята быстро сориентировались. Сейчас Алтай об этом расскажет, там программисты работают, на следующей неделе они будут заливать вот эту программу, воронку уже к нам в бота. То есть все четко. Я здесь как сетевик увидел, во-первых, деньги я здесь увидел. Очень, очень хорошие, серьезные деньги. Вот. 5 февраля было ровно 30 дней, как я сюда зарегистрировался. Я тоже, Валда, от тебя недалеко ушел. Да? Было бы там, допустим, я там полгода, год, там сказать. Да? Вот. 5 февраля было мне ровно 30 дней.
и за 30 дней выполнил ранг платина и вышел на уже серьезный чек. Так что у тебя, Валдочка, да, 10 дней золота – это очень крутой результат. Еще 10 дней у тебя, даю я тебе прямо дедлайн, 10 дней ты платина, и 30 дней ты рубин, да, потому что кто идет следом, у них дорога уже легче. Уже, то есть, знаешь, вот как в джунглях я с мачете иду, вот эти лианы прорубаю, и уже маленькая тропиночка есть. А следом сарма уже, занда, сандра, инта, сегодня все девчонки, даже и ребята уже, Каспарс, вот второе имя уже забыл, мне легче запоминаются женские имена, потому что если такие красотки, просто на вас смотреть и уже заряжаешься. Поэтому это о чем говорит? Это о том, говорит, не о том, что мы крутые с тобой, Валда. Это говорит о том, что маркетинг-план, да, если правильно по-английски, маркетинг-план очень такой легкий. Он легко дублицируемый, да, то есть спокойно. Я знаю, многие твои девочки даже еще, ну, не понимали, ты сама не понимала. Ты говоришь, офигеть, вот я помню твои слова. Я офигела, тут деньги. Я пришла за инструментом, а тут деньги. И они идут так легко. То есть вот по вашему чату я смотрю, там 13, 52, 62, 70, 102, 400, 500, там 1000, 1500. Ну классно. Понимаешь, я прямо радуюсь. Ночная смена. Ночная, да, смена. Ночная смена. Вышла рубить капусту. Все, классно. Поэтому все вот к новичкам обращаюсь. Смело заходите. Вот, разбираться будете по ходу. Почему я так долго рассказывают. Вот Валда, Сарма. Сарма вообще, она мне говорит, Дженис, как-то на своем акценте, я не повторю этот ее крутой акцент, он мне нравится, я прям влюблю этот акцент ее. Она мне говорит, а как быстро я могу заработать $200? Бамс, на тебе, блин, да. 10 дней, у нее уже $1300-$1400. Сарма, я тебя поздравляю. Вот теперь сама скажешь своим людям, как быстро здесь можно заработать деньги. 10 дней, Валда, это ты, значит, у тебя вообще 9 дней, понимаешь, девушка моя, ты вот 9 дней, и у тебя больше $1000, пожалуйста, и рассказывай, что это все реально, это все возможно, поэтому, ребята, очень экологичный бизнес, очень такой легко дублицируемый, просто надо слушать вот ваших путеводителей, вы можете не слышать меня, там, допустим, Алтая, но слушайте Валду, слушайте Сарму, да, вот девчонок слушайте, Инта, Гинта, Лиене, какие результаты уже. Так что я сейчас передаю, чтобы не занимать, чтобы теперь вы увидели, Алтай вам покажет с демонстрации экрана, где лежат деньги и какие деньги. Одно могу сказать, ребята, здесь, если вы очень сильно вам нужны деньги, за 6 месяцев это средний такой, средний промежуток я беру Валда, вот. Можно забрать все по маркетингу, да, вот в реферальный, то есть это свыше $500,000. И это не фантастика, и это не сказка. Все, Алтай, передаю тебе слово, дорогой. Женис, благодарю. Валдочка, пользуясь случаем, сразу тебя поздравляю с рангом золота. Я помню, как Женис на золото первый раз выходил. Тоже там вот чуть-чуть не хватало. Тоже чуть-чуть. Вот, и... А мне это все-таки хватало. Я зашла. Еще одно золото. Да. Тарма, ты что, золото? Да. Не прошло и 3 часа, да. Не прошло и 3 часа. Тарма, поздравляю. Валдочка, поздравляю. Какая ты крутышка. Какая ты умница. Супер. Ты знаешь это? Валда, тот раз, помнишь, была женщина, когда я говорю, извинялся, если я что-то немножко грубо сказал и жестко сказал. Простите, она говорит, все нормально, говорит. Я приеду к тебе в Казахстан, я тебя обниму и задушу, и тебе будет кирдыкс. Так, и знаешь, так, Сарва, мне хочется сейчас тебе сказать, блин, приеду к тебе в Лондон, тебя обниму и задушу, и будет тебе кирдыкс. За... Молодец, умница, обнимаю тебя, обожаю тебя. Целую. В следующем летом при Балтийском море обнимемся. В этом летом, куда следующее? Этом летом, да. Рижское взморье. Да. Здорово. Супер. Окей. Молодцы. Супер.
Прям это, ну, хет-трика не хватает. Еще третье золото. Давайте, что так уже мелочиться-то? Уже идем, золото. Идем. Не, чтобы сегодня было это, раз, чтобы мы так понравились. Да, или вы по принципу хорошего помаленьку, да? Валдочка, я тебя поздравляю с рангом золота. Молодец, супер. До платины осталось чуть-чуть. Сарма, я помню с первых дней твою божественную улыбку, твой настрой такой, такая дерзкая девчонка такая. Вау, блин, все сделаю. Что там, как там, что почем, да? Женись, давай, держись там. Короче, ну, вы такие классные девчонки. Я вас называю в нашей команде волшебные феи. Вот когда я в детстве вот эти сказки смотрим, американские, диснеевские, и там феи. Да, палочка волшебная такая, красивые такие, воздушные. И вот вы напоминаете мне, именно ваша команда напоминает именно из уолтовских, диснеевских сказок волшебных фей. Красивые блондинки такие, просто очень с вами, на вас приятно смотреть, на вас приятно слушать, и вы творите чудеса. Вот ни одна команда так дружно, радостно, по-доброму пока еще не работает. То шаг назад, а вы плотно, четко, плотно идете своим темпом, и большие молодцы. Пример для наших других партнеров. Огромное-огромное спасибо. И Женя правильно говорит, надо начинать сразу же с денег. И давайте я начну с показа денег. Чего как бы мелочиться? И для вас мотивашка, и нам тоже пример. Вот смотрите, видно ли экран? Да, видно, да. Угу. Вот смотрите, сегодня наступило 10 февраля. Видите, вот 9, а вот 10. И смотрите статистику. Вот 9 число. Вот оно. 9 началось. Это было вчера. Доллар, вот смотрите, просто вот немножко как бы этот поизеваюсь над вами. Доллар 80, 25, 25. Вот прилетело. Доллар 85, 25, 25. И вот так вот, да, весь день. Вот, я не знаю, Женя, наверное, не спит, потому что он же этот сигнал дает. Динг-динг-динг. И вот сегодня 10 число, смотрите. 10 число, вот 10 февраля, и смотрите, вот $80, да, это 15%, когда партнер заходит на $50 стол. Партнер зашел на стол за $150, $5.25, $5.25, $5.25. Эта история вас ждет. Вот смотрите, $5.25, $85, $25, $85. Вот $100 подарки прилетели. Вот смотрите, как прилетают подарки. $100. Женис на третьем столе, он стоит магнитом. Вот $100, и у него рефералка 40%, так как он платина. 40% рефералки с личника. И смотрите, к нему на стол залетели сегодня... Так, у нас что получается? Валдочка, ты прилетела на третий стол, скорее всего. Сейчас открою. Так, назад столы. Я и там стою два раза, кажется. Да, это у тебя уже реинвест. Да, вот смотрите. Откуда столько денег? Вот, Валда, ты прилетела реинвестом. Вот ты свой бинар закрыла. И вот на свободное место вот сюда вот прилетела. Вот, ты сейчас начинаешь свою историю. И Марьям Ханем, она тоже залетела. А это $100, это $100. Плюс 40%. 40% рефералка – это $14. То есть обычно 8,75, но когда вы становитесь платины, вас заливает деньгами. Вот это, девчата, да, вот это пассивный доход. Вот это вот я называю пассивный доход. Он как бы, как только вы с армой станете платиной, у Жениса не будет от вас уже рефералки, но у него будет сигнал идти на рубины, идти на сапфира. И вот это подталкивает. И это именно то, что наш маркетинг заставляет работать на команду, особенно на глубину. Потому что все деньги с глубины идут. И видите, здесь уже я насчитал больше $300. Вот здесь вот, смотрите, за 10 число. И основная сумма денег пришла именно с рефералки. Вот это вам нужно видеть четко и понимать. Давайте теперь я перейду непосредственно к части по рефералу. Ой, рефералы говорю. Давайте, ребята, переговорим, начнем презентацию для новичков ваших. Ребята, рад представить нашу компанию Money Magnet. И данная компания, она продуктовая, она IT-компания, у компании есть свой IT-продукт. Это система, которая позволяет вам
с Телеграма получать очень много трафика, с Телеграма позволяет получать много партнеров, и очень шикарная партнерская программа. То есть первое, хороший продукт, он хороших денег стоит и помогает партнерам строить большие структуры, зарабатывать деньги. И второй продукт у нас это маркетинг, потому что хороший маркетинг это тоже большое преимущество. И как раз вот я хочу в этом показать возможности нашей компании Money Magnet. То есть компания основана чуть больше месяца назад. Мы в этом проекте с Женисом с командой зашли 5 января. Сегодня 35 дней уже как в проекте. И чуть позже покажу стратегию, где вы можете очень быстро выходить на хорошие чеки и быстро закрывать ранги. Так, ребята, Money Magnet – компания, у которой в основе лежит продукт, крутой продукт, один из лучших на рынке, и это модель бизнеса под ключ. То есть, по факту, вы за небольшие деньги, условно, за $215 вы получаете хороший инструмент для того, чтобы продвигать данный бизнес. А благодаря этому инструменту можете продвигать и свои проекты. Вам это никто не запрещает. И плюс есть хорошая партнерская программа, которая позволяет вам зарабатывать, продвигая этот продукт, продвигая эту платформу, очень хорошие деньги. По факту это мини-франшиза. Купили и буквально активировали, со следующего дня вы уже начинаете зарабатывать хорошие деньги. То есть на сегодняшний день самая лучшая платформа, которая позволяет автоматизировать процессы, это Telegram. Telegram круче всего для этого подходит. Ни Instagram, ни TikTok, ни YouTube, ни ВК, а именно Telegram. И поэтому мы все это сделали в Telegram. Как только партнер активируется даже за $15, он получает простую систему автоматизации, которая позволяет ему строить бизнес. И мы сразу же даем стратегию, как вы можете за короткий срок, очень быстро, используя правильную стратегию, она называется 3927, очень быстро выходить на чеки. Вот как Валдочка, как Сарма. 10 дней. Что такое 10 дней для бизнеса? Некоторые бизнесы открывают 1000, 2, 5, 10, 50, 100 тысяч долларов вкладывают и ждут возврата денег. Год, 2 года, 3 года, чтобы только вернуть свое, потом начать получать прибыль. Здесь у нас модель бизнеса под ключ такая, что вы $215 один раз инвестируете, и потом дальше, Валда и Сарма уже по 5-6 раз эти деньги вернули, и уже дальше чистый профит идет, чистые деньги зарабатываете. То есть вот эту модель, ребята, мы вам даем, и все это реализовано именно в... Весь алгоритм, весь маркетинг реализован именно в Телеграме по принципу одного окна. Когда у вас бэк-офис, когда у вас кабинет, ваша команда, структура, инструменты, автоматизация, воронка, кошелек, баланс, все в одном месте находится. Это очень удобно. И Телеграм-бот, он является и воронкой. То есть как только человек нажимает кнопку «Запустить бота», он сразу же регистрируется автоматически в вашу первую линию. И по факту вы получаете... И по факту, не выходя из Телеграма, с телефона можно этот бизнес спокойненько строить и зарабатывать хорошие деньги. И у нас есть, ребята, 5 преимуществ. Первое преимущество – это то, что у нас есть уникальная реферальная система, позволяющая зарабатывать с каждого партнера на всю глубину. Вот только ради этого, только вот ради этого пункта можно было бы в эту компанию прийти и отсюда выйти на пенсию. Потому что вначале это незаметно. А потом, когда вы выходите на платину, а потом рубин, а потом сапфир, и в какой-то момент бриллиант, вот в этот момент, и вы чувствуете, вы понимаете, да, насколько вот круто, да, когда вы с каждого партнера на всю глубину получаете очень-очень много денег. И эта цифра, чек не в районе $100, не $1000 даже, не $10000. Это чек с 5-6 нулями. Ребята, вот эту историю чуть позже покажу, именно благодаря уникальной реферальной системе. Следующее. Вы были в разных проектах, особенно трендом или подарочные платформы, и нам нужно было партнеров там подталкивать. Да, давай с медной доски заходи на бронзу, с бронзы заходи на серебро, с серебра заходи на золото. Здесь этого нету. Система автоматически накапливает средства и ведет партнеров по туннелю. То есть партнер один раз, который зашел даже на $15, он не может ни выскочить, ни остановиться, ни уйти назад.
потому что он в этом туннеле двигается постоянно вперед. И за счет того, что система автоматически его мягко подталкивает, накапливает деньги для активации следующих столов и делает автоматический реинвест действующего уровня. Это тоже очень второе крутое преимущество. Третье преимущество, ребята, то, что вы на первом проходе уже выходите в безубыток. Первый стол, первая доска у вас закрывается, вы уже выходите в безубыток, вы активируете более дорогую доску и реинвест, а со второго круга на доске вы уже зарабатываете чистый профит в среднем 6 иксов от суммы. И четвертое преимущество, друзья, это то, что вы начинаете получать процент от товарооборота всей компании. Этого редко где реализовано, в каких компаниях. И то это реализовано, когда ты дойдешь до самого верха. Это могут годы уйти, только тогда ты начинаешь получать. У нас не так. Серебром стал, сразу получаешь 10 акций компании. Золотом стал, еще 15. То есть с первых шагов вы начинаете участвовать в прибыли компании, получаете долю от компании. Это реализовано в виде смарт-контракта. И эту крутую историю чуть позже тоже покажу. И пятое преимущество, ребята, суперлидерский бонус, позволяющий получать пассивный доход от всего товарооборота вашей структуры в виде 5%. Но это круть крутая. Круче уже ничего нету, когда вы достигаете ранга. И это неограниченный пассивный доход. Это мечта любого сетевика. Когда-то вздохнуть, да, когда вы сделали большую работу, вы выходите, и вы каждый день, вы отдыхаете за границей, вы ездите по всему миру, путешествуете, занимаетесь своими делами, а в это время к вам каждый день приходит пассивный доход. $5, $50, $500, $5000 каждый день. За то, что когда-то вы провели очень хорошую работу, за то, что когда-то потрудились, вложили себя в свою команду, в своих лидеров и структуру, и вы начинаете за это получать пенсию пожизненную. Вот это круто, ребята. И наш маркетинг, он состоит из трех видов вознаграждения. 70% идет на подарки, 20% идет на выплату реферальных на всю глубину, и 10% идет в суперлидерский фонд, откуда выплачивается именно два вида пассивных доходов. И у нас на доске у нас 7 досок. $15, $50, $150, $500, $1500, и 7-я доска люксовая, бриллиантовая, за $15000. И, ребят, смотрите, каким образом идет распределение средств вознаграждения. Вот они, наши доски. 15, 50, 150, 500, 1500, 4500 и $15000. 70% идет на подарки. От $15 70% – это 13. На $50 в доске 70% – это 33. Мы округлили. От $150 доски 70% – это $100. И 20% идет на реферальные. Это вот эти вот суммы. 12, 35, 120. Единственное, ребят, скажу, на первом уровне реферальные не выплачиваются. Не ищите их. Вот вы, ваш партнер зашел на $15. $13 в виде подарка получаете. И $2 идет в лидерский фонд. То есть лидерский фонд собирает 10%. Итого 70 плюс 20 плюс 10 мы получаем 100% распределяется внутри компании среди партнеров. И мы идем дальше. Вот пример нашей доски. Вам знакомая 15-местная доска, 15 партнеров. Вы всегда стартуете с позиции участник. На доске 4 позиции. Участник, менеджер, директор и магнит. Магнит в центре всегда получает подарки. Также 8 человек дарят подарки магниту. И каким образом на примере $15 доски это выглядит? 8 человек дарят по $13. Мы маркетинг сейчас смотрели. Получается $104 накапливается на первом круге на этой доске. Из них $50 идет на активацию второй доски, $15 идет на реинвест. Итого $65 уходит, и у вас чистыми остается $39. Когда вы возвращаетесь на вечный режим, на реинвест на эту доску, у вас уже будет за минусом 50 $89 чистого профита, то есть 6 иксов. И этот алгоритм работает абсолютно на всех досках вот таким вот образом. Так, друзья, и каким образом происходит движение партнеров на доске? Оно у нас уникальное. То есть вроде бы есть сходство с другими подарочными платформами, но смотрите, вы когда стартуете с позиции участник, как только вы пришли, отправили свой подарок магниту, вы приглашаете своего первого личника, вы его пригласили, вы сразу же перемещаетесь на позицию менеджер.
Как только вы помогли своему личнику и помогли ему пригласить его личника, вы перемещаетесь в позицию уже директор. И как только ваш второй личник, вы помогли ему пригласить своего партнера, вы становитесь уже магнитом и начинаете получать подарки. Вам не важно, что происходит здесь. Вам не важно даже, что здесь происходит. Ваша зона ответственности, ваша зона контроля – это ваш бинар. Вот он, вы встали, в левое плечо, в правое плечо своих партнеров поставили, спокойненько расставляетесь, закрыли свою доску, собрали свои подарки. И если в старых проектах, тех форках, копиях было так, что вы получали первый подарок с 24-го партнера, потом алгоритм улучшили, вы получали подарок с 14-го партнера, то здесь вы подарок получаете уже с третьего партнера. Все, вы получаете подарки согласно алгоритму. И мы реализовали принцип закольцовки. Это очень важный элемент. То есть, как только вы закрыли свою доску, собрали свои подарки, вы куда возвращаетесь? Вы всегда возвращаетесь к своему аплайнеру, к своему наставнику. Например, вот ваш наставник здесь на доске стоит. И вы приходите, например, вот в это место. Вы сюда приземляетесь, свободное место, и начинаете снова движение свое, снова. И вот таким вот образом 2-3 активных партнера вот по этой принципу законцовки могут закрывать полностью всю доску, и вы постоянно будете получать деньги. Вот в этом круть нашего маркетинга. То есть вот вы получаете первый вид дохода. Это просто подарки, всеми нами любимые подарки. Второе. Так, ну и смотрите, каким образом происходит накопление, я уже говорил. Первый, когда раз проходите вы по доске, первые 6 подарков идут на накопление для прокупки более дорогого уровня. И вот эти 2 места идут на реинвест. А со второго круга вы уже получаете чистый профит. И, конечно, для того, чтобы зарабатывать самые большие деньги, ребята, для этого нужно пойти и добывать лидерские ранги. У нас их 7. Серебро, золото, платина, рубин, сапфир, изумруд и бриллиант. Как-то мы реализовали. То есть мы за основу взяли следующее. Есть очень классный маркетинг, он живет уже 80 лет на рынке. И благодаря этому маркетингу самые топовые чеки, миллионеры стали именно классической линейкой. Мы не стали изобретать велосипед, вот она классическая линейка. Как только вы активировались в компании, у вас открывается первый уровень. Вы с личников всегда получаете 25%. Пригласили партнера, 25% сразу зарабатываете. Так, на втором уровне, став платиной, вы с лично приглашенных уже зарабатываете 40%, и у вас появляется разница. Вот у вас 40%, а у вашего партнера 25%, и у вас появляется разница в 15%. Помните, в самом начале я показывал вот эту, со всей глубины вы начинаете получать реферальные. И это очень большие деньги. Очень большие. Став рубина, вы уже с лично приглашенных получаете 55% и разницу от со всей глубины. Став сапфиром 70%, изумрудом 85%, и став бриллиантом, вы забираете 100% рефералки. То есть вот этот бонус, который вот, про который говорим, про эту разницу, да, это именно королевский бонус, который позволяет зарабатывать самые большие деньги. Так, и идем дальше. Третий вид дохода вы зарабатываете от всего товарооборота компании. Как мы это реализовали? Это реализовано тоже через систему рангов. Идя по карьерной лестнице, вы добываете акции, токены компании. Как у Apple есть свои акции, у Facebook есть свои акции, у Tesla акции. И держатели акций, они по факту являются акционерами и владеют частью прибыли компании. И вы стали серебром. У вас получается, вы добываете 10 токенов, став золотом еще 15, став платиной еще 20. Итого, даже пройдя вот эти 3 ранга, вы 45 токенов получаете. А пройдя всю карьерную лестницу, вы зарабатываете 650 токенов или 650 акций компании. Что такое 650 токенов? Вот давайте вернемся к этому слайду. Вы знаете, что 70% идет на подарки, 20% идет на рефералку и 10% всегда идет в этот фонд. Каждую минуту, каждый день этот фонд наполняется деньгами. 10% от всего товарооборота компании идет вот в этот фонд. И когда в этом фонде будет $100 000, сработает смарт-контракт,
и среди активных партнеров распределяться 10 тысяч токенов. Количество токенов ограничено, и вы, пройдя всю карьерную лестницу, добыли 650 токенов. Вот 10 тысяч – это 6. Ребята, Сарма, выключите, пожалуйста, микрофон. И ай. И от 10 тысяч токенов 650 токенов это 6,5% по процентам, если мы берем. И смотрите, вот в фонде 100 тысяч долларов, ваши 6,5% – это 6,5 тысяч долларов. Вы свои акции можете в любой момент продать, но вам их невыгодно продавать. Объясню почему. Потому что через 2-3 месяца в этом фонде будет уже 1 000 000 долларов, и ваши 650 токенов будут стоить 65 тысяч долларов. А когда в этом фонде через год будет 2 миллиона долларов, ваши 650 токенов они будут стоить уже 130 тысяч долларов. То есть это ваш растущий пассивный доход. Чем дольше вы не трогаете свои токены, тем больше вы на них заработаете. У вас может быть своя стратегия, вы можете продавать их по мере того, как они будут расти в цене. То есть это ваша задача. Как только вы их продадите, их у вас уже больше не будет. То есть у вас не будет возможности снова их заработать. Эти токены можно заработать только через ранги, через систему. Ни на Binance, ни на Bybit вы их не можете купить. Они не будут листиться ни на каких биржах. Это наш внутренний токен для того, чтобы вы видели свои активы в виде этого цифрового бонуса. Это третий вид дохода. И четвертый вид дохода, ребята, это 5% от товарооборота вашей структуры. Как вы их можете заработать? Все очень просто. Линейка рангов. Вы двигаетесь по линейке рангов, закрыли серебро. Для того, чтобы закрыть серебро, вам нужно, чтобы три партнера зашли на 215. Вы сами на 215, три партнера на 215 заходят, вы серебро. Золото. В вашей команде три серебра. Да? То есть получается здесь рефералка 25, 10 акций, 3 человека в команде. На золоте вам нужно три серебра. 25% рефералка, 15 акций компании, 9-12 человек. Для того, чтобы закрыть платину, вам нужно, чтобы в вашей команде было 3 золота. У вашей рефералка 40%. Вот здесь уже начинаются большие деньги. 20 акций компании получаете в команде, 38-40 человек. И дальше... И дальше, чтобы стать рубином, вам нужно еще в первую линию пригласить 3 человек. 55% рефералка, 45 токенов получается в команде 131 человек. Для того, чтобы закрыть ранг сапфир, вам нужно в первую линию еще 3 человек пригласить. Итого 9 человек вам достаточно, чтобы вы прошли 9 человек в первой линии, чтобы вы полностью прошли всю ранговую систему в нашей компании Money Magnet. На сапфире вы получаете 70%, 80 токенов, 543 человека в команде. Изумруд уже 85%, в рефералке 160 токенов, в команде 2136. И в ранге бриллиант вы забираете 100% рефералки, 320 акций и 8403 человека у вас в команде. И будет такой момент, что вот у вас три изумруда. И, возможно, один из них тоже станет бриллиантом. Он же за вами идет. У вас 100% и у него 100%. Нету вот этой разницы между рангами. И что происходит? Вы ничего уже не зарабатываете? Нет. Вы начинаете зарабатывать 5% от всего товарооборота вашего бриллианта. За то, что вы вырастили в своей команде бриллианта, вы зарабатываете с его структуры 5%. Еще одного бриллианта вырастили. Еще 5%, еще одного. И вот таким вот образом вы выходите на неограниченный пассивный доход. Это будет не сразу, не через месяц, не через 2 месяца, но выйдя через какое-то время, полгода, год на ранг бриллиант и вырастив бриллианта, вы начинаете получать 5%. И вы скажете, откуда эти 5%? Деньги же распределены. Эти 5% выплачиваются с фонда, в который 10% складываются. Именно оттуда, да, этот бриллиант, тот человек, который вырастил бриллианты, начинает получать
с этого фонда 5% от товарооборота структуры. И вот он слайд, на котором мы видим потенциал и маркетинг, потенциал маркетинга в цифрах. То есть первый вид дохода – это вот они, подарки. Вы здесь, пройдя один раз по доскам, заберете 115 808 долларов. Но по факту больше будет, потому что вот эти мелкие столы часто закрываются. Но самые большие деньги именно в рефералке. Смотрите, серебро 522 доллара, на золоте 1760. И именно с платины самое интересное получается. Подарками всего 800 долларов, а на рефералке 4472 доллара. Стали вы уже рубином, подарками всего 2640. А за счет рефералки 4 раза больше. Мы средний чек взяли 400 долларов. И когда вы выходите уже на ранг сапфир, в команде 543 человека, вы получаете 32 500 долларов, став изумрудом, получаете 109 тысяч, и пройдя всю карьерную лестницу, став бриллиантом, 400 долларов на 8400 человек, это товарооборот ваш командный 3 372 тысячи долларов. То есть вы чистыми с данного маркетинга забираете 394 тысячи USDT на свой кошелек. И то мы взяли здесь курс токена 10 долларов. По факту на этом товарообороте курс токена будет выше 300-450 долларов. То есть здесь суммы взяли мы самые минимальные. И когда вы в команде вырастите бриллианта, всего товарооборота, вы будете получать 5%, четвертый вид дохода. Вот такие здесь, ребята, деньги. И вот пример, да, как очень быстро. То есть вот давайте мы возьмем пример аналогичной компании. Чем наша компания отличается от других, вот наши лучшие стороны. То есть подарки у нас есть, у конкурентов тоже есть, но это один только вид дохода. А вот второй вид дохода вы получаете от лично приглашенных от 25 до 100%. У конкурентов нет. Третий вид дохода вы получаете доход от всего оборота компании. У наших конкурентов нету. Четвертый вид дохода вы получаете 5% от всей сети. Этого у конкурентов нету. Плюс у многих партнеров нету автоматической активации более дорогой доски, автоматического реинвеста. Это большое преимущество, которое каждый день вам приносит деньги. Вам не нужно контролировать партнеров. Система сама контролирует, накапливает и делает прокупку более дорогих столов, делает реинвесты. А что такое прокупка более дорогих столов и реинвесты? Партнеры под вами – это ваш товарооборот, а с товарооборота вы получаете очень много реферальных. И этот процесс без конца. Плюс у нас крутой продукт, плюс у нас автоворонка и самое лучшее обучение в интернете, ребята, в купе. Все это дает нам сказать, что наша компания будет трендом 2023 года. Через несколько месяцев пол интернета будет нашей компанией. Вы это можете увидеть, и вы пионеры, вы первые пилигримы, кто идет. И вот таким вот образом создаются вот такие большие компании. И именно наша компания будет именно тем единорогом, которая будет задавать темп, будет помогать партнерам зарабатывать хорошие деньги, чтобы достойные партнеры зарабатывали очень много денег. Наш продукт, он будет постоянно обновляться, мы будем его докручивать, делать лучше. То есть наша компания, это будет компания формата MLM 2.0, где очень крутой продукт, где очень много денег и где самое лучшее обучение, где самое лучшее сопровождение. Вот это все, ребята, именно в нашей компании Money Magnet. И, конечно же, ребята, давайте про стратегию. Стратегия 3.9.27. Сами зашли на 215 долларов, приглашаете партнеров на 215. И вот пример. Девушка с Калмыкии, Вера Дорджиева, зашла на 215 долларов. Три человека в первой линии, 15 человек в команде, 1200 долларов она заработала. 565 плюс 500 долларов она получила по промо, плюс 250 токенов долларов за 2-3 дня она заработала. Вот ее партнер, вышестоящий партнер Ангелина, она заработала 1600 долларов за 5 дней. Так, и вот такие вот результаты. И так, ну, принцип стратегии я вам уже рассказал. То есть, что нужно сделать? Вы сами заходите на 215, помогаете вашим трем сильным партнерам на 215 зайти и помогаете им также. То есть, в первой линии 3, во второй 9 и помогаете выстроить третью линию, вы становитесь платиной. Платина – это ваш практически
пассив начинается. Первый уровень вы становитесь серебром, второе вы становитесь голдом. Ребята, которые станут голдом до 20 февраля, получают от компании по $100 бонус. Валда, Сарма, я вас поздравляю. Сейчас на ваши кабинеты прилетит по $100 в виде премии за то, что вы такие большие молодцы, красавицы, сделали результат. Что такое платина? Платина – это очень много вот таких реферальных. Каждый день 50, 100, $200 просто будет прилетать от каждого партнера в вашей команде. От любого движения вы ловите очень много денег. Ну и наш чемпион Женис, у него чек уже под $8000. Это старый скрин. Поэтому, друзья, обязательно будьте с нами, станьте денежным магнитом, зарабатывайте деньги. Несмотря на кризисы, несмотря на внешние обстоятельства, есть крутая компания, крутой продукт, крутые наставники. И у вас все есть, чтобы вы здесь начали зарабатывать много-много денег. Благодарю за то, что вы были и прослушали данную презентацию. Задавайте вопросы. Алтай, большая благодарность тебе за презентацию. Ребята, у кого есть вопросы, не стесняйтесь, открывайте микрофоны и задавайте ваши вопросы, потому что я думаю, маркетинг мы все еще изучаем, не все полностью понятно на 100%, поэтому есть такая возможность. Я единственный, знаешь, вот так. Надо теперь это показывать ранг золота на Валде, на примере Валды и Сармы. Зачем им это другие команды? Вот я сейчас хочу понять, сколько у Сармы в команде людей. Да, потому что, ну, чтобы девочка было понятнее, как вот их планеры, как их коллеги, как их земляки вот сделали. Ну, за 10 дней очень крутой результат, на самом деле, Валда. У команда у меня где-то больше 90 человек теперь получается уже. Да, да, растет, да. Не по дням, а по часам. Да, да. То есть, смотри, а ты это знаешь, для чего сделал? Ты сейчас готовишь на платину, у тебя вот глубина, она будет давать тебе вот эти деньги. Плюс у нас же, потому что платина, ну, это же не твой уровень платина. Нам нужен, допустим, как вот рубин уже, да? А рубин – это значит, у тебя... Женис, ты хорошо продаешь своих партнеров. Нет, ну потому что так оно есть. Смотри, у тебя вот прямо на пятки наступает сарма. Да, вот, потому что, ну все, ты уже рубин. Я тебя вижу вот в ранге рубин. А это значит, у тебя должно быть 3 серебра и 3 платины, понимаешь? То есть у тебя уже должно быть 6 человек. Вот это очень важно. И вы на самом деле сегодня самая лучшая команда. Не только у меня, девочки, не только у меня. Вы сегодня лучшая команда на весь Money Magnet. Сегодня первенство, да, вот этот, желтая майка лидеров, это у вас, девочки. Ну, вот, я не знаю, как картина поменяется через неделю. Ну, а сегодня, вот постфактум, это вы. Вы сегодня там прямо такие вот топ-модели, короче, зажигаете. Благодарю, Женис. Да, спасибо. Я тоже группе поставила, сколько у меня на первой линии. Вышло так очень даже интересно, потому что я хотела очень-очень помогать Валде попасть на золото. И я брала много своих на первую линию, чтобы, ну, как будто побыстрее стать серебром. И у меня теперь такая ситуация, что у меня 8 человек первой линии, и только один нет на 3 стола. Это мой второй профиль, да? А остальные все уже за 200, ну да, 215, да? И это вообще супер, вообще-то, я говорю, и 63 у меня в команде. Так что вау, это действительно вау. Вот, молодец. У тебя 8 человек, личников, и у тебя есть, да, с кем работать, кого выбрать. Сейчас троих за тобой, они пойдут на золото, а там трое, еще трое на серебро будут. Вот ты, да. вот ты и рубин. У тебя генеральная стратегия очень правильная, мощная. Понимаешь, вот сегодня у вас не было на планерке, Алтай его уже постоянно мониторит,
Сегодня на планерке сказал, вот, сколько Алтай, 4, 2 недели, да, или сколько просуществовал, скоманул хайп-проектом, да, люди там уложили по 10, 20 тысяч, 30 тысяч долларов, понимаешь? 2 недели, и они сказали, все, ребята, нам пока хватает закрыть. Мы же здесь на 215 работаем, у нас работа в долгую, спокойно, понимаешь? Ну что у вас, 10-9 дней, ну, там многие с вашей команды вообще там даже еще недели нету. Вон, ты даже еще не разогрелась, ты даже еще шубу не сняла. А мне сломался радиатор, мне холодно. Ты подожди, ты говори, я в шубе еще работаю, я еще не разделась. Ты даже не вспотела, а ты уже в рамке золота. А ты уже в рамке золота, понимаешь? Так что здесь все от нас зависит. Да. Нам нужны эти деньги, мы их возьмем. Если нам не нужны деньги, то есть смотри, какая ситуация. Через полгода, да, через 6 месяцев, это прям так само много, у нас будет, у всех людей будет либо результат, либо оправдание. Ну, у меня то-то, я не смогла, не смогла. Как-то обезьяна в том анекдоте, понимаешь, блин, будет сидеть такая беззубая. Ну, не смогла, блин, понимаешь. Блин. А кто-то будет говорить, да, я забрал там 200-300 тысяч долларов, да, а я смог. Все, других вариантов нету там, вот половинки нету. Либо есть результат, либо есть оправдание. Ну, команда ваша крутая, вот. Я просто, я прямо желаю, чтобы у вас было несколько сотен тысяч долларов, там 300, 400, 500 тысяч долларов. Я это вижу, и вы это сделаете. Мы еще, смотри, у нас еще, чтобы понимала, да, Сарва, вот Алтай здесь сидит, он сейчас подтвердит. У нас еще бета-версия. Мы, видишь, мы сейчас приостановили, вот это сейчас по телеграмму, они там по этому боту работают, программисты, на следующей неделе. Потому что работает, Андрей, видать, вылетел там отдыхать, там, потому что отдыхать тоже надо, иначе крыша может поехать. Но хорошо, их 4 админа, они друг друга заменяют, понимаешь, могут прикрыть, там Андрея нет, там Максим есть, Лара есть, Алтай есть, блин, да, завтра Максим куда-то уедет, Андрей есть, короче, ну нормально, они все доступны. Если Валда, если тебе, твоей команде, допустим, мне даже тебе нужно какую-то встречу провести с серьезным человеком. Звони прямо Андрею, да, провести встречу как с основателем. Попадаются такие паразиты, которые вот до центра докапываются, понимаешь? Вот прям до центра. Вот просто придуриваются натуральным образом. Я-то с такими не разговариваю, я сразу достаю меч, отрубаю голову, все. Зачем мне нужно? Он мне будет нервы тратить, мне энергию забирать. Зачем нужно? Я поэтому, когда меня спрашивают, как ты работаешь с возражениями, я говорю, а я не работаю с возражениями. У меня нет возражений. Человек либо у меня принимает информацию, я ему нормально, доступно объясняю. И если я уже вижу, просто он просто бодается, вот уперся, да, и хочет там что-то меня в чем-то как бы, да, вот, там, опрокинуть. Я говорю, а зачем оно? Ну, мне нужно. Ну, слушай, друзья мои, уже больше 7 миллиардов человек. Слушай, у нас уже команды, друзья мои, Канада, да, уже, мы уже за океан переместились. Я думаю, почему-то вот эта девочка, вот эта блондинка в шубе сидит. Я думаю, мы через нее Соединенные Штаты Америки возьмем. Почему-то, знаешь, как там кинокомедии, да? Шпака брал, Бен спрашивает у этого. Казань брал, Астрахань брал, шпака не брал. Так что, Сарма, ты у нас США будешь брать. Вот я это вижу. Но... Поэтому... Спокойно. Ну, дай Бог. Да. Я нормально. Же не против. Да, мы не против. Поэтому мы спокойно работаем. Самое главное, каждый день делать движение. Видишь, ты уже можешь давать школы, Сарма. Вот свой результат, да, Валда. Девочки, вы можете давать, транслировать школу. Как вы пришли к этому результату? Вы сегодня для многих конкретный пример подражания. Понимаете? Вот, потому что... Весь этот же бизнес построен на чем? На результатах, на историях успеха, на дубликации, чтобы повторяли. Поэтому я не знаю уже, Валда, ты вообще должна делать что? Ты уже должна проводить, приглашать на встречу уже, не на презентации. Ты сама уже крутышка, у тебя команда какая суперская. Вы спокойно сами презентация. А вы уже должны собирать команду уже,
как бы, ну, мы чтобы с Алтаем как бы, ну, по-семейному общались, да, на прогреве. Мы вот, уже вот. Уже проводим встречи. Вчера тоже проводили, больше 30 человек было на латышском. А, тогда ты кокетничаешь, да, просто? Да-да-да, вот именно. Кокетка. Ну ладно, что тебе, можно. Так что, если вопросов нету, друзья, у Алтая сейчас через полчаса презентация на всю компанию вместо Андрея проводит. Да. Благодарим вас, что пришли, что нас поддерживаете, и, конечно, будем рады следующей встрече, так что мы на связи, и до новых встреч тогда. Это мы вас благодарим за ваш вклад, да, вот, за вашу работу, за вашу мотивацию для людей, вот, вообще, вы вообще классные, вот, благодарю. Смотрите, да, вот сейчас немножко пафосно будет звучать, но на самом деле вы сегодня, да, мы все, кто двигается, что-то делает, мы пишем историю свою, историю успеха своего, понимаете, историю компании Money Magnet, историю успеха свою. Поэтому, друзья мои, все, помните, через 2-3 месяца, через 4 месяца, что у нас будет? Либо оправдание, либо результат. Все, третьего не дано, вот они, весы. Так что желаю, чтобы мы все хвастались результатами. Всех обнимаю. Доброго вечера вам. Спасибо. Благодарю. Сармочка, спасибо. Валда, отправьте ваши ID. Сейчас от админов будет вам по $100. Вау. Чтобы вы, Сарма, чтобы ты из шубы выскочила, чтобы так жарко стало, да? Мне действительно. Все, давайте, хорошо. Жду ваши айдишники. С удовольствием отправим сейчас по $100 вам. Благодарю. Вы суперкоманда. Валдочка, поздравляю. Сарма, поздравляю. Команде спасибо. Вашей огромное спасибо, то, что дружно работаете, даете просто мега результаты. Пример для всего нашего сообщества. Вы пример для всей нашей компании. Как красиво, дружно, по-теплому работать. Валда, Сарма, всех благодарю. Давайте до следующих эфиров. Пока. И через час будет презентация. Приглашайте на презентацию. Я буду вести презентацию. Благодарю. Всем пока. Пока-пока.